Привет-привет! Давайте же сегодня поговорим о том, как же распознать Овна. Приходилось ли вам встречаться с чрезвычайно приветливым, напористым человеком с твердым рукопожатием и постоянной улыбкой на лице? Если да, то, скорее всего, вы попали в поле зрения Овна. Предположение ваше окажется еще более справедливым, если он, к тому же, захватит лидерство в разговоре, не давая вам возможности вставить и слово. Ваш новый знакомец яростно борется за правое дело и страстно защищает обиженных? Это еще более на него похоже. Вне зависимости от пола, Овен тотчас бросается в бой с несправедливостью, частенько не задумываясь о последствиях. Он попытается выяснить отношения с любым, кто посмеет ему помешать, будь то полицейский или вооруженный бандит. Позже он может пожалеть о своей горячности, но в пылу сражения это просто не придет ему в голову. Люди, находящиеся под влиянием Марса, обладают очень решительным характером и не подвержены сомнениям. В Овне нет и следа хитрости, и таким он останется на всю жизнь, доверчивым, ошибающимся и верящим вновь. Любые полученные обиды вмиг забудутся, стоит кому-либо пригреть и обласкать его. Овен может строить воздушные замки, но вовсе не для того, чтобы кого-нибудь обмануть. Он сам свято во все верит. В характере Овна нет ничего скрытого или сложного, он весь перед вами, как на ладони. Овен так же раним, как ребенок, и почти столь беззащитен. Когда взрослые или более сильные пытаются отобрать у ребенка любимую игрушку, он начинает так бурно протестовать, что все понимают, что с ним лучше не связываться, и отдают ему отобранное. Соответственно, поступает и Овен. Решимость получить свое всегда способствует тому, что он добивается поставленной цели. Тот, кому покровительствует Марс, всегда с подкупающей честностью и трогательной доверчивостью смотрит вам прямо в глаза. Вы ведь его лучший друг, да? И искренне любите его, не так ли? Нет? Слезы готовы хлынуть из его глаз. Он не сдерживается. Но если вы все же сможете увидеть его плачущим, то знайте, вы ранили его в самое сердце. Овен скорее умрет, чем позволит другим заметить его слабость. Иногда он в буквальном смысле рискует жизнью, только бы никто не подумал, что он недостаточно мужествен. Разговаривая с кем-нибудь, Овен смотрит прямо в лицо собеседника. Если же он отводит взгляд, значит ему просто не интересен разговор. Ну что ж, а вот и все. Теперь вы знаете всю правду об этом знаке зодиака. Ну а если вам не сложно, обязательно поставьте лайк и подпишитесь.